О, ты никогда меня не видел, понял? Шш, неважно. Какой прекрасный вечер. Я почти приехала. Привет, малыш. И что мне делать? Вау, какие крутые часы. Вау, лучшего момента уже не будет. Эй, перестань. Дай мне часы. А? Что здесь происходит? О, есть. О, нет. Пока. Веди себя, как ни в чем не бывало. Хорошо? Иди сюда. Все будет в порядке. Черт, мы снова ее потеряли. Серьезно? Она же здесь. Пока. Ха, все получилось. А это приятный бонус. Отличный наряд, но его можно сделать лучше. Начнем с бровей. Но это еще не все. Мне нужно больше места. С дороги! Погружаемся! Круто! Просто фантастика! Ха-ха. Вау! Посмотрите, какая она красивая! Просто Барби-ангел! Пора навести тут порядок. Не волнуйся, я все сделаю. Вот! Как тут много грязи! Они такие разные! Вау! О, привет! Тут воняет. Во что я одета? Вытащи нас отсюда! Хватит! Все будет хорошо, дорогой. Ах так? А, мне так скучно. Эти игрушки такие старые. И чем в этой дыре можно заняться? Похоже, мы здесь застряли. А, наверное. Смотри. Эй. Вот. Теперь тебе лучше? А? Ой, неважно. Хамф. Это будет сложнее, чем я думала. Есть тут что-нибудь интересное? Шарик? Ладно. Хотя я знаю. О, Меган, посмотри, что я сделала для тебя. А? Не может быть. Хорошо, встань. Ладно, теперь не двигайся. Хорошо. Вот так. Идеально. Вау, это круто. У меня тоже такое есть. Давай драться. Эй. Вау. А, прости, ты перестаралась. Оу. Ох, упс. Ну, пока. А, фу, так скучно. Пока. Мне нечем заняться. О, Энни, не знаешь, с чем поиграть? Нет, спасибо. Оу. Я знаю. Смотри. Я положу несколько шариков в пакет. Затем плотно его застегну. Воздух нужно выкачать. Смотрите, тут становится тесно. Кажется, что шарики сливаются. Уф! Вау, можно попробовать. Ю-ху, смотри, я могу летать. Я так рада, что это сработало. Эти видео такие смешные. Ха-ха-ха. Только посмотрите на это. Ах, отлично. Оу, что здесь произошло? Почему ты не навела здесь порядок? Ах. Ха-ха-ха. Если я этого не сделаю, никто не сделает. Энни? Хватит пялиться в телефон. Эй! У тебя есть другие дела. Но почему? Ладно. Это ведь ты устроила беспорядок. Ну ладно. Я начну отсюда. О, у меня ничего не получается. Нет, нет, нет. Стой, не так. Я покажу. Они работают вместе. Видишь? Это просто. Почему бы тебе не попробовать? Вот так. И вот так. Вперед! Отлично! Есть! Как тут много вещей! Почти готово! Беспорядок, исчезни! Я сделала это! Хорошо, держи! Какая я молодец! Вау! Что это за газировка? Эй, это Барби? Ого! Ха-ха! Обожаю эту серию! А? Конструктор валяется повсюду.
Это твоих рук дело? Эй, что такое? Здесь кругом бардак. А, я потом уберу. Потом? Нет, сейчас! Вставай! А, хорошо, хорошо. А, немедленно! Вау, это было потрясающе, что скажете? Вау, хочешь поиграть? Нет. А. Подумаешь. Так, на чем я остановилась? Ха-ха, круто. Ладно, веселье закончилось, Мэг. Игрушки нужно убрать. Все до последней. Вон! Ого, ты такая сильная. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Что? Подожди, только не мой кролик. Твой кролик? О нет, пожалуйста, не надо. Ха, смотри. Энни, нет! Не делай этого! Сюда, кролик! Эти уши мои! Ха, попался! Попрощайся с ним! Я сделала это! Добро пожаловать в клуб, кролик! Как ты могла так поступить? Легко! Кстати, пожалуйста! Пока! Мои игрушки! Их нет! Интересно, нужно ли ей что-то приготовить? Я так хочу есть! О, это мне? Да? Спасибо! Хм, возможно. Я знаю. Да, точно. Я приготовлю ей очень вкусную штучку. Что здесь происходит? Что-то готовишь? О, круто! Конечно. Никаких объятий. Дай пять. Думаю, я могу что-то приготовить. И мне поможет шоколад. Что это? Лучший перекус на свете. Кто не любит маршмеллоу? И это только начало. Вперед! Выглядит неплохо. Наверное. Дайте подумать. Должно же тут быть что-то. Старая брюссельская капуста. Вау! Эй, это мне подходит. Твои дни сочтены, овощ. Сойдет. Она все равно будет покрыта шоколадом. Выглядит неплохо. О, боже! С моим десертом это не сравнить. А теперь время для посыпки. Да, вот так. Как красиво. Ага, наверное. Посыпка, говорите? Опс! Да, мне нужна посыпка. Идеально. А это чтобы ничего не осыпалось. Та-да, готово. Ага, у меня тоже. Видишь? Пусть победит лучший десерт. Ну ладно. Ра, мне скучно. То же самое. Ну, кто-нибудь голоден? Да. А? У нас для вас сюрприз. Ух ты! Правда? Пахнет странно. Мой десерт пахнет замечательно. Очень вкусно. Вау, круто. Большое спасибо. О, тебе нравится. А тебе? Пока не знаю. А, что это такое? Фу, овощи. А, это было бесценно. Ты видела ее лицо? Хорошо, ужин почти готов. О, да, так вкусно пахнет. Пора доставать этих малышей. Они будут такими вкусными. Пахнет потрясающе. Можно есть. И удобно брать с собой. Я такая молодец. О, подождите. Я сложила обед слишком рано. Он ведь должен быть теплым. Мне понадобится горячая вода. Отлично. Эта хитрость не раз меня спасала. Ой, у меня нет часов. Теперь нужно подождать. Итак, как дела? Время пришло. Мне больше не нужна вода. Спасибо за твою помощь. Теперь в
Все идеально. Полотенце поможет впитать лишнюю воду. Мы же не хотим есть мокрые наггетсы. Заходите, ребята. Здесь так тепло. Теперь они не остынут. Лучший лайфхак. Что это? Мой обед, конечно. Мой горячий обед. О, я совсем забыла. Мне тоже нужно собрать обед. Думаю, это подойдет. Все любят сэндвичи, верно? Он еще свежий? Не очень. Но сойдет. Нет, не туда. А, хорошо. Подожди. Я нашла старый мусорный пакет. Хорошо. Нет, не делай этого. Что? Это отвратительно. Не используй это. Энни, нет. О, боже. Что? А? Эй, как насчет этого? Ха, идеально подходит. Она ждала своего часа. Так, нормально? А, я сдаюсь. Но ведь сработало. Узнали что-то полезное для себя? Расскажите нам в комментариях. Не забудьте поделиться этим видео с друзьями и подписаться на наш канал, чтобы не пропускать новые ролики. Жди здесь, Мишка. Я сейчас вернусь. Это все, на что ты способна? А как тебе это? Ау! Ау! Кажется, я победила. Тебе просто повезло. Что вы делаете? Это не то, о чем ты подумала. Ау, привет. Исправляйте, или хуже будет. Наверное, мы немного увлеклись. Теперь мне стыдно. Ага, ужасно стыдно. Кажется, я знаю, что делать. Отличная идея. За дело. С чего начнем? Эй, Габи, смотри! Я набросала план. Мне нравится. Работы много, но мы справимся. Давай не будем терять время. Я принесла материалы. А я рулетку. Приступим. Надо, чтобы все было точно. Нельзя допустить ошибок. Вроде все верно. Хорошо, что у меня есть пила. Я тебя умоляю. А? Отойди. Ладно. Если ты уверена. Я много лет готовилась к этому моменту. Ничего себе! Это было потрясающе! Мне часто это говорят. Теперь нам нужна дрель. Клади деревяшки на пол. Выровни их. На стык положим кронштейн и закрепим его шурупами. Мастерить так легко. Все идет хорошо. Выглядит неплохо. Нужно больше шурупов. Держи. А мне начинает нравиться. Так, что дальше? Эй, лови! А это еще зачем? Месть! Иди сюда! Тебе конец! Стоп! У нас нет времени на дурачество. Пойдем! Это последние секции каркаса. Отличная работа! Давай сделаем крышу. Готово? Поднимай! Вот так. Подвинем. Идеально. Это для башенки. Пока все хорошо. Что дальше? Чего-то не хватает. Точно, стен. Это может быть проблемой. Предоставь это мне. Как насчет этого? Стоп. Мне кажется... План вверх тормашками. Минутку. Совсем другое дело. А, да, так намного лучше. Так, вылезай. Прикрепим ее к каркасу. О, спасибо. Пойдем. Это лучше, чем забивать гвозди. Ага, так куда быстрее. Все, я доделала. Впечатляет. У нас все еще много работы. Давай подготовимся. Сейчас будет самое интересное. Какая милая кисточка. Она никуда не годится. А мне нравится. Нет, возьми эту. Ау, ясно. Так я справлюсь быстрее. Вау,
Аккуратнее. Есть в покраске что-то успокаивающее. И мне нравится этот цвет. Такой мягкий. Идеальный для этого домика. Главное, ничего не пропустить. Ну как? Очаровательно! У нас классно получается! Так, пора добавить детали. Звучит здорово! Прикрепим это вот сюда. Похоже на кирпичики. Они добавляют домику изюминку. А эта радужная арка просто идеальна. Я начинаю завидовать. Зайдем внутрь. Мне нравится. Я бы здесь жила. Знаешь, я думала, тут будет поуютнее. Ты права, придумала. Сейчас вернусь. Что бы мне использовать? Точно, эти шторы подойдут. Милая, что ты делаешь? Прости, но мне это нужно. А еще подушки. А ну вернись. Ау, о, подушка. Это именно то, что нам нужно. Хорошая идея. Держи вот так. Складки нам ни к чему. Все должно быть ровно. Думаю, ты отлично справилась. Теперь тут уютно. Но только потолок не очень. Что же нам с ним делать? Придумала! Достанем набивку из подушек. А у меня есть эти светодиоды. Приклею светодиоды к потолку. Вдоль всего края, вот так. А затем покрою их набивкой. Так мягко и воздушно. Вау! Давай включим огоньки. Вуаля! Ого! Мы словно в облаках. Какая красота! У нас еще много работы. Это тяжелый труд. Нет времени на отдых. Держи подушки. Внутри будет так удобно. Это последнее. Сверху можно сделать кровать. Сейчас запрыгну. А, высоковато. А, и для меня. А, давай подумаем. Жасмин, иди сюда. Что? О, поняла. Готова? Хоп. О. Так, попробуем еще раз. Сколько ты весишь? Никогда не спрашивай леди об этом. Так ничего не получится. Должен быть способ проще. Ага, дай мне минуту. Дайте подумать. Это не подойдет. Может, это? Идеально! Уберем все с полок. Это нам ни к чему. Прости, Хаги-Ваги, но тебе пора. Вернемся к... Это было грубо. Стой, у меня для тебя кое-что есть. Для меня? О. Не так быстро. Передвинешь это для меня? По рукам. Толкаю. Еще немного. Вот так нормально. Сделка есть сделка. Дай сюда. Пока-пока. Что? Долгая история. Но смотри сюда. Нужны подушки и одеяло. Потрясающе! Выглядит круто! О, как мило! Надо что-то придумать с этим пустым местом. О, я знаю! Мне надо позвонить. Привет! Я бы хотела вас нанять. О, вы уже здесь? Привет! Это одна из моих лучших работ. Не подглядывать. Живопись — это серьезно. О, мне нравится! Вы это заслужили. А? А где остальное? Я ухожу. Эй, вернитесь. Вот вам чистые холсты. Что? Похоже, придется рисовать самой. Возьму первый холст. Затем добавлю немного розовой краски. Делаем ровные мазки. Нужно полностью покрыть холст. Теперь вырежем этого слоника и проделаем то же самое с другими холстами и животными.
Вот твоя вкусная лапша, зайка. Не забывай, нужно съесть все. Можешь на меня рассчитывать, пап? Готова, куколка? Вау, ты так хорошо танцуешь. Очень грациозно. Хотела бы и я так уметь. Как у тебя не кружится голова? Думаю, достаточно. Я проголодалась, просто наблюдаю за тобой. Вкуснятина. Лапша просто объедение. Так, куколка, за дело. Крутись. Фух, наконец-то я дома. Какой напряженный матч. Надо отдохнуть. Скорее бы снять эту обувь. Как хорошо. Пора вздремнуть. Подождите, это сыр? Как жжет в носу. Кажется, я нашел виновника. Надо их снять. Нельзя, чтобы мама это увидела. О, да ладно. Она что, издевается? Таракан? Я же говорил, никаких домашних животных. Чего здесь только нет. Это еще хуже. Отвратительно. Как? Хотя лучше мне не знать. Я знаю, как это исправить. Идем со мной. Жух! Я наполнил носок мылом. Теперь покроем им ножки Бетти. Затем окунем их в резиновый сапог с водой, чтобы все хорошенько смыть. Надеюсь, водичка теплая и приятная. Достаточно. А теперь обратно в постель. Вот это да! Никакой грязи! Они безупречны! Надо укутать Бетти. Так-то лучше. Сладких снов, зайка! Ну что за день? Пойдем отсюда. Тише, не разбуди великаншу. Пора играть. Включай. Нет, не делай этого. Я знаю, что я делаю. Не сбивай меня. Осторожно. Ю-ху! Мы сделали это. Дай петь, подружка. Это потрясающе. Я будто ожила. Не бросай меня. Ух ты, комната вращается. Поднимаемся. Нам не стоит, или... Давай, будет весело. Бетти не узнает, что произошло. Ей не мешало сменить имидж. Теперь она будет сиять. Вот это да! Наше дело сделано! Отличная работа! Пойдем, вечер только начинается. Пора в путь! Я всегда хотела это сделать. Держись крепче. За последствия я не ручаюсь. У меня нет водительских прав. Стой, почему ты раньше не сказала? Божечки, это потрясающе! Ух ты! Быстрее, быстрее! Давай жми на газ. Это еще цветочки. А, да, другое дело. Меня сейчас вырвет, и мне это нравится. Я не хочу, чтобы эта ночь заканчивалась. Нам лучше вернуться в постель. Да, я так устала. Я уже не так молода. А когда-то мы могли веселиться всю ночь напролет. Да, хорошие были времена. Уже утро? Мне снился такой сумасшедший сон, будто бы мои куклы ожили. Подождите, что? Как? Что произошло прошлой ночью? Разве это был не сон? О чем я говорю? Конечно, сон. Надо бы все это смыть. Вперед, вперед! Нет, не надо пасовать. О, и зачем они это сделали? Эй, пап, давай поиграем. Не сейчас, милая, сегодня финал. Ну же, ты никогда со мной не играешь. Ты в окно смотрела? На улицу сегодня нельзя, там сильная гроза. Но если так посмотреть... Но я так хотела поиграть. Прости, малышка, может, в другой раз. О, я пропустил гол! Папа проводит больше времени за просмотром матчей, чем со мной. Это так нечестно. Поиграй со стеной. Опять. О, отличный бросок. Зацени, пап. Бетти бросает мяч и промахивается. Ой, осторожно. Ого, трюковый бросок. Понятия не имею, как это произошло. Пасуй, пасуй мяч. Вперед! Нет! О! Шишка останется. Что произошло? Я помню, как что-то пролетело по воздуху и бабах! Подождите, какой беспорядок! Глазам не верю! Бетти, это все ты? Мама очень рассердится. Все разрушено. Бетти здесь нет. О. В следующий раз играй на улице. Гроза никак не унимается. Но это не страшно. Можешь взять зонтик. А может и нет. Ему место в мусорном ведре. Подождите, у меня есть отличная идея. Никуда не уходите. Нужно внести некоторые изменения. Ножницы. О, точно. Вот, держи. Удачи. Надеюсь, это сработает. Скотч, быстро. Сейчас, пап. У тебя получится? Думаю, сойдет. Ого, это великолепно. Примерь-ка. О, так приятно.
Мы одинаковые. Готовы играть? Еще как. Тогда пойдем. О, ненавижу работу. Скукотища. Ненавижу домашку. Это никогда не закончится. Сколько времени? Мы официально в отпуске. Это отправляется в мусор, и мне не придется носить эту дурацкую рубашку. А, совсем другое дело. Наконец-то я могу быть самим собой. Ты со мной, Бетти? Я надеялась, что ты это скажешь. Прощай, школа. Как я рада снять эту форму. Это не мой стиль. Я ждала этого момента весь день. Как здорово! Это мне больше не нужно. Как я выгляжу? О, надо бы собрать вещи. Здесь все самое необходимое. В отпуск нужно брать конфеты. Шоколадной пасты много не бывает. Ты абсолютно права. Думаю, я готова. Секундочку. Чуть не забыла. Ты едешь со мной, Мишка? А? Что-что? У тебя нет шорт? Я уже все продумала. Смотри, ты будешь самым стильным. Надеюсь, все войдет. Немного надавим. Почти. Может, попробуешь задержать дыхание, Мишка? Залезай. Не получается. Погодите-ка. Какую одежду взять с собой? У папы много места. Идеально. Тише, Мишка, это наш маленький секрет. Что скажешь? Выглядит довольно комфортно. Полезай. Ты что, поправился? Вот так. Оу, мне пора. Пожалуй, я возьму все. Что в моем чемодане делает медведь? Понятия не имею, о чем ты. Давай, пойдем. Я знаю, что делать. Посадим Мишку в этот пакет. Запечатаем его. Далее берем пылесос. Обожаю эту часть. Высосим воздух из пакета с помощью пылесоса. Смотрите, он уменьшается. Теперь он должен поместиться в твой рюкзак. Попробуем. Ого, что это за колдовство? Потрясающе. Помещается. Кажется, это все. Пойдем, нужно успеть на самолет. Ого, я играл весь день. Мам? Ау, милый, посмотри на нашу палатку. Классно, можно войти. Пока. Брайан, что там происходит? Ты в порядке? Что у тебя на лице? Ах, подожди. Комары, они повсюду. А-а-а! Прочь отсюда. Как чешется. Давай, мам, давай. Я стараюсь. Стоп, попался. Ха-ха. Не могу поверить, что я его поймала. Подождите, кажется, я его слышу. Он там? О, нет, я его потеряла. Очень чешется, мам. Я тебя поймаю. Эй! Минутку. А-а-а! О, ничего себе, похоже на гладиаторские бои. Мама против насекомых. Кто останется в живых? Оу! Ну все. Ты хочешь поиграть? Давай поиграем. Попробуй меня победить. Вау, она крепкий орешек. А эта штука острая? Круто! О, я устала. Я сдаюсь. Прости, дорогой. Ненавижу комаров. Подожди, я должна попробовать еще кое-что. И никому не будет больно. Нужно разрезать тюбик. А теперь... Я вставлю сюда дозатор. Он должен идеально подойти. Видишь? Прекрасно. Останови это. Больше ты не будешь чесаться. Это средство принесет тебе облегчение. Класс. Вау, у тебя-то укусов много. Кажется, они никогда не закончатся. Наконец-то. Ты это слышишь? Жужжание. Подожди, я во всеоружии, приятель. Оу, ну ладно, мне нравится моя новая кепка. Я опоздаю. Да? Мне нужно накраситься и сосредоточиться. Мне тоже нужно накраситься. Это же просто, правда? Какой хороший оттенок. Брайан! Неважно. Теперь помада. Сегодня я хочу взять красную. Вау, здорово!
Пора накрасить губы. Я никогда раньше такого не делал. Это сложнее, чем я думал. Отлично. А, что ты делаешь? Дай сюда. Мама меня убьет. О, это мое. Сам такой. Так, на чем я остановилась? Это несправедливо. Теперь румяна. Так красиво. Подождите, я тоже хочу румяна. Но у меня нет кисточки. Хотя... Эта штука мне нравится. Что это? Спокойно, это всего лишь нутелла. Юхух. Хорошо, почти готово. Мне очень нужен был кофе. Эй, гадость! Прости. Это то, о чем я думаю? О, Брайан, нет. Подожди, это веснушки? Минутку. Думаете, кофе поможет? Сейчас узнаем. Вау, здорово! Не могу поверить, что это сработало. Я возьму это. А, готово. Смотри, Мэг. Я тебя люблю. Это для тебя. Я тоже тебя люблю, приятель. Вам понравились эти лайфхаки? Поделитесь ими с друзьями и отправьте им это видео. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать новые ролики. Посмотри, как далеко я забрался. О, тут ветер поднялся. Мама! О, нет! Мама! Эй! Мама! Земля вызывает маму! Ты мне нужна! А, мамочка! Ну что такое? Ладно. О-оу. Хорошо. Посмотрим, в чем дело. Тут дыра. Но, к счастью, это можно исправить. Мне понадобится пергаментная бумага. Я проглажу утюгом круг. Готово! Мама может все. Классно! Наконец-то я могу спокойно почитать свой любовный роман. Люблю тебя, мам! О, вау! Куда он пошел? Очень интересно. Не волнуйся за меня, мама. Я выкопал большую яму. Но я поплавал, и теперь мне холодно. Ты испачкал мое полотенце. Что мы теперь будем делать? Извини. Я знаю. Вот, простыня на резинке нам поможет. По углам можно расставить что-то тяжелое. Вот так. И в один из углов я поставлю емкость с водой. Так что перед тем, как встать на простынь, нужно будет вымыть ноги. Теперь мне не о чем беспокоиться. Весь песок останется здесь. Идеально. Ладно, я пошел плавать. А, вода. А? О чем ты? Вода? О, я заходил и выходил несколько раз. Я просто хочу, чтобы простынь была чистой. И никакого песка. Хорошо? Фух, хорошо. Да, так вот, я делала маникюр, ты же поняла, у кого? Ого, как она туда попала? Мам? Я хочу забрать свою игрушку. Мам? Что? Игрушка? О, я поняла, давай. Отлично, есть. Вау! Мама, мама, иди сюда, ты это видишь? А что, если это сокровище? Помоги мне копать. Не могу в это поверить. Надеюсь, там правда что-то стоящее. А, песок. Мы приближаемся, я чувствую это. Б, песок. Я больше не могу копать, милый. Я тоже. Эй, что это? Там плывет игрушка. Я ее возьму. Хорошо? Конечно. О, точно. Алло? Подожди. Да. Мама? Похоже, копать буду я. С помощью этой штуки. Теперь совсем другое дело. Это похоже на мини-лопату. Вау, что это? Кажется, я наконец нашел сокровище. Мама, мама, смотри, я нашел что-то. Вау. Отлично. Эй, ты нашел мой тапочек. Можешь надеть его?
Спасибо, бро. Фу, гадость. Я уверен, что здесь есть еще что-то. Брайан? Ага. Главное, что с ним все в порядке. Оу, ракушки. А, он так счастлив. Ха-ха. Что? А, моя лопатка. Вернись. Она исчезла навсегда. Мама? О, боже. Вернись ко мне. Мне нужна аквапалка. Пожалуйста. А, ну ладно. Я спасу тебя. Я иду. Есть. О-оу. Какой горячий песок. Мои ноги. Кто-нибудь, помогите. Мама! Я бежал за своей лопаткой, искал ее повсюду и не надел сандалии. И песок обжег мне ноги. Кто-то попал в беду. Я бегу. Привет, мистер спасатель. А? Я забыл свои сандалии. О, кто-нибудь, помогите. Но этого и следовало ожидать. Мужчины и их ноги. Это так грустно, мама. Он обжег ноги. Вот почему нужно носить сандалии. Я покажу. Мне помогут аквапалки. Я соединю вместе три части. И еще мне понадобится скотч. Лучше двусторонний. Теперь все готово. Видишь? Ух, иди сюда. Встань сверху. Я приклею их к тебе. Круто! Спасибо, мам. Давай, пройдись. Круто! Вот ты где. Да. Я так горжусь тобой. Спасибо за помощь. А? У тебя очень умная мама. Ага. Нами ты будешь в безопасности. Называй меня мамой. Добро пожаловать домой, милая. Шоколад надо бы припрятать. Или нет? Мне нужна новая одежда. Где там был тот большой мусорный бак? Ага. Это даже хуже моей толстовки. О, милая. Это же мусор. Вернись. Пойдем по магазинам. Попалась. Больше не надо рыться в мусорках. Договорились? Я куплю все, что нужно. Да, алло. Нам нужна одежда. Срочно. Немедленно. Вау. Надеюсь, этого хватит. Кажется, тебе подойдет. Как мне нравится эта улыбка. Я подожду. Вау. Маленькая принцесса. Просто прелесть. Главное, чтобы карманы были. Ах, это поможет разбудить нашу маленькую леди. Доброе утро, пора вставать. А чтобы ножки не замерзли... Тапочки, надевай скорее. Надеюсь, вы проголодались. Но сначала почистим зубки. Вот ваша щетка, мисс. Вам нравится золотая паста? Это все по-настоящему? Вот что я называю улыбка на миллион. Минуточку. Я не знала, что у нас есть животные. Ой, смотрите, какой пушистик. А в горле пересохло. Любишь молочко? Что за прелесть? Давай, лови. Не хочется играть? Хм, лучше, чем ничего. Хм. О, как это мило. О, я сейчас. Милая, кто-то хочет с тобой познакомиться. Твоя первая кошка. Как ее назовешь? Она приемная, как и ты. Нравится, милая?
Все блюда такие аппетитные, но может есть что-то сладкое на десерт? Обожаю это место. В меню есть все, что угодно. Просто невероятно. Все выглядит потрясающе. Вы уверены насчет этого блюда? Эта штука измазана слаймом. О, не буду есть. Это водоросли. Нет, даже не притронусь. Пахнет океаном. А это еще кто? Ему несут бургер. Да я хочу, как он. Что? Здорово. Как хочешь. Наконец-то я пришла в себя. Вот то, что заказал Ричард. О, господи. Я никогда не пробовал картошку фри. Какая интересная штучка. И что это такое? Фастфуд? Ммм, вкусно. Принесите еще две порции. Вау, я бы смотрела на него весь день. Он такой милый. Обожаю его видео. Милая, что смотришь? Снова ТикТок Кевина? О, милая. Что такое? Та-да! Я привел Кевина. Да, это правда я. Будем лучшими друзьями, кулачок. Я слышал, ты любишь шоколад. Но сначала давай запишем ТикТок. Повторяй за мной. Это видео точно завирусится. Классно танцуешь, подруга. Это просто невероятно милое. Все хорошо, дорогая? Мячик закатился под диван. Как тут грязно. Откуда вообще взялись эти крошки? Ничего не остается, кроме как убрать весь этот беспорядок. Сначала защитим руки. Что там происходит? О-о-о! Не нужно тут ничего мыть. У нас есть для этого кое-кто другой. О? Вызывали, сэр? Она молодец, не так ли? Интересно, для чего это? Сейчас узнаем. Обожаю эти цвета. Использую палец. Мягче, чем я думала. Смотрится здорово. Вау, не знаю, зачем это, но... Хотя, если подумать, не так уж и вкусно. Сделаем вид, что ничего не было. О! Смотри, я теперь совсем как ты. Моя косметика. Я что-то не так сделала, прости. Вы только посмотрите. 200 баксов на ветер. Я просто... Как она могла? Я так и знала, что долго это не продлится. Пора возвращаться к старой жизни. Но мне тут нравилось. Еда такая вкусная. Я буду так по ним скучать. Я не могу их оставить. Милая? Я сожалею, что такое натворила. Вы меня простите? Всякое бывает, милая. Но мы всегда будем любить тебя. Обязательно поделитесь этим видео с друзьями и не забудьте подписаться, чтобы не пропускать новые ролики. Он испорчен. Серьезно? Упс, пожалуйста, не говори об этом маме. Нужно преподать им урок. Вот вам. Что происходит? О, ничего себе. Эй, сюда! Люблю тебя, милый! Мы отлично повеселимся! Это точно! Как интересно!
ты первая. Нет, ты. Нет, я настаиваю. Я не могу, пожалуйста. О, да ладно. Эй, у нас не так много времени. А? О, конечно. Извини, я открою. Вперед. А, стакан? Я этого не ожидала. Тут что-то есть. Хм, это кофе. Хорошо, теперь моя очередь. Посмотрим. Что? Это шутка? Сегодня мой день рождения. Думаю, нужно это надеть. Это даже мило. О, здесь есть еще что-то. Попробовать. О, почему бы и нет? Ну, привет. Вау, спасибо. Это вафельный рожок. Но где мороженое? Это несправедливо. Не плачь, дорогая. Но я просто хочу вкусняшку. Я тебе помогу. Сейчас. Ладно, я попробую. Не подведи меня. Это похоже на мороженое. И это вкусно. Теперь мне нужна палочка от мороженого. Я окуну рожок в глазурь. Нужно, чтобы он был покрыт полностью. Но это еще не все. Я добавлю посыпку. Ух ты! Выглядит потрясающе. Это произведение искусства. Что ты будешь делать? О, да! Вау! Это было нечто! Кофеин начинает действовать. У меня появилась отличная идея. Мне понадобится плитка шоколада. Я его растоплю. И мне поможет фен. Отлично! Я отрежу уголок и налью шоколад в стаканчик. Здорово! Думаю, это все. Я наклоню стакан и покручу его. Теперь мне понадобится крышка. Я налью в нее шоколад. Это просто. Я подожду, пока шоколад застынет. Теперь можно снять пластик. Мне понадобятся сливки. Это так вкусно. Я добавлю их к шоколаду. Отлично. Мне понадобится крышка. Вау, выглядит здорово. Это будет сверху. Мне нравится. Вау, отличная работа. Мы должны стать поварами. Только взгляни на это. Это шедевры. Еще и очень вкусные. Что скажешь, дорогой? Я начну с этого. Я впечатлен. Это должно быть вкусно. Он согревает бабушкино сердце. Мне нравится. Хорошо, что дальше? Выглядит интересно. Начнем. Вау, это вкусно. Я так нервничаю. Побеждает Леди Баг. О, вау, ура! Молодец. У меня прекрасная прическа. Нужно запечатлеть этот момент. Эй! О, я просто не выспалась. Давайте начнем. Я все слышала, бабуля. Вперед! Щелк-щелк! Всегда работает. Я первая. Что это? Какая-то новомодная штуковина. Ты такая смешная. Моя очередь. О, печенье. Отлично. Я знаю, что делать. Мне нужна помощь. Эй, вперед! Вы знаете, что делать. Не подведите меня. Отлично, я сделаю остальное. Я вставлю палочку для мороженого в печенье и окуну его в глазурь. Начну с розовой. Но это еще не все. Я окуну печенье в шоколад. Но и это еще не все. Я украшу печенье. У меня есть конфетные глаза. Я прикреплю их сюда и добавлю линию из шоколада посередине. Еще точки и конфеты. Это так мило и пахнет прекрасно. Ого! Я знаю, что это такое. Это вафельница. И посмотрите на это. Я нарежу вафли на ломтики. Мне понадобится палочка от мороженого. У меня тут есть миска с белым шоколадом. Я покрою верхнюю часть вафли. Теперь я возьму шоколадные конфеты. Вот так. Я добавлю еще одну. О, бабуля, молодец. Это выглядит вкусно. Да, я знаю. Я могла бы съесть их все. Пора начинать. Я не фанат насекомых, но сделаю исключение для этих. Они тают во рту. Ты это слышала? Теперь попробуем блюдо бабушки. У меня хорошее предчувствие. Очень вкусно. Это же хорошо. Сложный выбор. Вы обе выиграли. Отлично. Покорми меня. Посмотри, что у меня есть. Дай мне, дай. Приятного аппетита. Не так быстро. Это нельзя есть. Тебе нужно что-то полезное. Например, овощи. Нет, ни за что.
Подожди, что ты делаешь? Попались. Убери чипсы. Заставь меня. Что ты мне сделаешь, старушка? Чипсы вредны для здоровья. Они сделаны из картошки. Это что, шутка? Ты просто завидуешь. О, это происходит каждый день. Вау, это было весело. Юху, сюда. О, привет. И что теперь? Мы готовы начать. Что нам делать? Откройте их. Ох, теперь ясно. Я начну. Эй, не смей. О, о, ну да. После тебя. Это так мило. Ого, сочная клубника. О, тебе повезло. Вау, посмотри. Вкусно. Я люблю чернику. Попробую одну ягоду. Вау, просто великолепно. Я хочу еще. Не спеши. Что ты делаешь? Стой. Я могу все объяснить. Смотри, я покажу, что нужно делать. Я кое-что придумала. Нужно прикрепить к ягоде маршмеллоу и печенье. Вот так. Тогда мне нужен шоколад. Я окуну в него клубнику. Так будет еще вкуснее. Теперь мне понадобится кекс. И зеленая глазурь. Я покрою ей кекс. Здорово. Затем я добавлю листья из мастики. Они такие красивые. Я долго над ними трудилась. Клубника будет сверху. Идеально. Вау, как круто. У меня появилась идея. Нужно начать. Мне понадобится нож. Я разрежу клубнику пополам и возьму вкусный шоколад. Нужно добавить его к клубнике. Совсем немного. Теперь я возьму чернику и положу ее сюда. Шоколад будет действовать как клей. Я добавлю больше шоколада. Вот так. Торопиться не нужно. Я нарисую точки с обеих сторон. Вот и все. Вау, клубничная божья коровка. Вау, очень хорошо, дорогая. Она отправится к своим друзьям. Выглядит аппетитно. Я бы съела это. Все любят кексики, особенно когда они выглядят так. Вау, с чего мне начать? Наверное, с бабушкиного десерта. Ну, тебе нравится? Вау, я никогда такого не пробовал. Теперь клубничные жучки. Надеюсь, тебе понравится. Попробуем. Вот такую реакцию я и ждала. Но кто победитель? Леди Баг! Ура! Я знала! На-на-на! Ах, здорово! Ой, газировка закончилась. Не волнуйся, дорогой. Нам нужно что-то придумать. Что здесь? Вау, это просто идеально. Ого, я открою свое блюдо. Плитка шоколада. Оу. Привет, посмотри, что у меня есть. Это тебе. Нет, я не хочу. Вау, тебе сложно угодить. Я знаю, что делать. У меня есть вкусные конфеты. Я возьму немного. Мне нужно сильно их сжать. Надеюсь, это сработает. Посмотрим. Вау, я добавлю это в газировку. Но мне понадобится больше. Вперед! Это похоже на гигантские шарики тапиоки. Я закрою банку крышкой. Так гораздо лучше. Тебе меня не победить. Я люблю соревноваться. И так легко не сдамся. У меня есть план. Я поломаю шоколад в стакан. Вот так. Теперь мне нужна конфетка. Это мне. Ого! Она острая. Это растопит шоколад. Упс! Не держи в себе. Но я еще не закончила. Я украшу верх маршмеллоу. Давайте подрумяним его. В конце я добавлю посыпку. Получился стильный напиток. Чуть не забыла про соломинку. Вау, это шедевр. Шоколадная вкуснятина. Тут есть все, что тебе нравится. Давай, попробуй. Нет, мой напиток лучше. В нем даже есть конфеты. Оба выглядят аппетитно. Я начну с этого. Мне не нравится. Что? Правда? Ну, я хотя бы попыталась. Надеюсь, у бабушки получилось лучше. Если честно, все что угодно будет лучше. Вау! Бабуля так счастлива. Победила бабушка. Как я рада. О, как медленно эта штука надувается. Постойте, а там что происходит? Эй, Лекси, ты купаться вообще собираешься? Обожаю отдых на пляже. Сегодня идеальная погода. Думаю, это хорошее местечко. О, надо же, бесхозные сумки. Ха-ха. Возьмем обе. Замечательно.
Поглядим, где еще можно что-то стащить. Солнце такое теплое. Эй, почему у меня чувство, будто кто-то на меня смотрит? А? Кто это там? У него что, бинокль? О нет, она меня заметила. Спокойно, не подавай вида. Даже жутковато. Нужно следить за сумкой. Думаю, и деньги надо перепрятать. Банкноты отлично поместятся здесь. Сложим их вот так. Но знаете что? Чистый подгузник тоже добыча для вора. Время достать шоколад. Положу кусок на подгузник и дам растаять. О, да, отлично получилось. Размажем побольше. Смотрится отвратно. Теперь точно никто не заглянет. Я настоящий гений. Серьезно, вся моя наличка в безопасности. О, она встает и не берет с собой сумку. Это мой шанс разжиться чужим добром. Да чего же она глупая, просто оставила все вещи тут. Впрочем, я не жалуюсь. Вау! Что такое? Какая гадость! Может, смогу вытащить сумку из-под подгузника? Нет, не выйдет. Грязные подгузники – это отстой. Упс, она идет назад. Нужно убегать. Неплохо я прогулялась. Глядите, подгузник на месте. Он защитил мои деньги и сумку от воришки. Я точно буду пользоваться этим трюком. Время перекусить. О, боже. Глазам своим не верю. Меня сейчас вырвет. Ха-ха-ха! Вор убегает со всех ног. Так смешно. О, сегодня реально жарко. Но меня это не остановит. О, надо перекусить. Оказывается, от ходьбы просыпается аппетит. Что ж, поглядим, что у меня здесь. Эта сумка намного больше и глубже, чем я думала. А, вот так. Я что-то нашла. И это? Нижнее белье? Это не то, что мне нужно. Ха, даже не помню, зачем положила сюда мишку. А, вот то, что я ищу. Бананчик. Хотя, банан – это скучно. Ничего себе! Это Лиззи, и у нее жареные маршмеллоу. Как думаешь, банан, выглядит интересно? Окей, нам кое-что понадобится. О, эта банка подойдет. Нужно ее вот так раскрыть. Похоже на кожуру, правда, бананчик? Теперь накроем банку алюминиевой фольгой. Нужно обернуть фольгу таким образом. Отлично! Вышла металлическая корзинка для угольных брикетов. Осталось поджечь уголь и дать жаровне нагреться. А теперь, банан, пришел твой черед. Приоткроем кожуру банана по всей длине. Вот так. И самое крутое, наполним банан изнутри шоколадной стружкой и маршмеллоу. Осталось только поджарить банан на этом гриле. Подождем, пока он расплавится и запечется. Окей, думаю, уже готово. Ух, зацените эту аппетитную смесь шоколада, маршмеллоу и банана. Объедение! Лекси, эй, привет! Это я, Лиззи. Что там у тебя? У меня есть ложка. А, ладно, хорошо. Я поделюсь своей банановой лодкой. Спасибо. Выглядит супер. О, вау, очень вкусно. Ты здорово придумала. Спасибо. Вот, угощайся. Тут хватит на двоих. Какой отличный способ провести день. Лекси, здесь так здорово. Давай, ты тоже иди сюда. Конечно, вот только доем вкусняшки. Что? Да ладно, там еще тонна чипсов осталось. Иди сюда. Нет, не могу оторваться, они слишком классные. Лекси, ну что же ты? Вода такая приятная. Просто блаженство. Пора поплавать. Ох, ты шутишь? Ну же, так ты до завтра не соберешься. Ты права, уже иду. Но постой, мои чипсы. Ныряй в бассейн, сейчас же. Окей, окей, иду. Подожди меня, спущусь по лесенке. Отлично, получилось, я в бассейне. Только вот, надо чипсы доесть. Полезайте в рот. О нет, одна чипсина упала в воду. Лекси, не смеши меня. Гляди, вот что тебе нужно. Видишь, у меня есть такой поплавок для напитка. О, вау, это очень круто и очень мило. У меня тоже есть идея. Хорошо, берем пластиковый стаканчик и тарелку. Теперь можно налить в стакан газировку. Разве можно есть чипсы без холодной колы? Вот так, пока достаточно. Время добавить чипсы. И, конечно, нужна соломинка. Та-дам! Пора вернуться в бассейн.
А вот и я. Гляди, Лиззи, я придумала новый способ есть свои вкусняшки. Вау, неплохо, очень впечатляет. А, у меня закончилась газировка. Как не кстати. Что ж, ладно, попью из бассейна. Бассейн – это так здорово! Обожаю лето! Привет, Лиззи! Извини, я задержалась. Я зашла в магазин купить печенье. Думаю, оно нам пригодится. А еще я купила газировку и шапочку. Что? Зачем? О, постой, мне звонят. Вот, подержи это. Боже, такая тяжелая. Что у нее там такое? Ничего себе! Она уместила в сумку целый арбуз. Что она собирается с ним делать? Ладно, поглядим, что тут еще есть. Ножик, разумеется. Без него не разрежешь арбуз. О, это же пластиковый нож. Он не справляется. Давай, маленький ножик, ты сможешь. Я в тебя верю. А, даже кожуру не поцарапал. Попробую лучше вот эти ножницы. Ну, все, арбуз, держись. Да, окей, у меня получается. Отлично. Погодите, что такое? Я всего лишь вырезала сердечко. Этот арбуз меня реально достал. Ну все, ты сам напросился. Что? Даже не треснул? Вы издеваетесь? Похоже, это какой-то супер арбуз. Ничто его не берет. Ага, ладно, созвонимся позже. Пока. О, извини, пожалуйста, теперь я свободна. Окей, дай-ка сюда арбуз. Держи. Спасибо. Теперь гляди. Сейчас мы разрежем его с помощью зубочистки. Смотри. Бам! Втыкаем зубочистку в корочку. Итак, ты готова? Кия! Вау! Как ты это сделала? Невероятно! Вот такая я сильная. Теперь можно сделать так. Держи. Твоя половина. Ура! Обожаю свежие арбузы. Не терпится попробовать. Ммм, да чего он вкусный. Сочный и сладкий. Я с ложкой возиться не буду. Лучше просто кусать. Какой замечательный день. Спасибо, Лекси. Ты не поверишь, что он на это сказал. Ух ты, какое чудесное место. Устроим пикник здесь. Вот подстилка и напитки. А вот и снеки. Только бы открыть эту штуку. О, нет. Упс. Я этого не хотела. Отлично, весь попкорн рассыпался. Что же делать? Мне не во что его положить. Минуту, у нас есть рулон бумажных полотенец. Уверена, тут можно что-то придумать. Хорошо, берем бумажное полотенце и разделяем слои. Аккуратно, чтобы вышел такой вот кармашек. Идеально, то, что нужно. Сюда уместится весь попкорн. Та-да! Я сделала пакетик для снеков из обычной салфетки. А теперь пора насладиться этой вкуснятиной. Ого, Лиззи! Должна признать, это очень круто! Лекси, нет! Твоя кола! А? О, о, надо же! Еле успела поймать. Посмотрим, чтобы использовать как пробку. Вот, бумажные полотенца снова выручат. О, классно! Это точно сработает. Нужно обернуть покрепче и потянуть. Проще простого. Чудесная пробка из бумаги. Зацени. Видишь? Кола не пролилась. Вау! Мы сегодня просто творим чудеса с салфетками. Вот, угощайся попкорном. О, сегодня так солнечно. Может, даже слишком. Кажется, я уже перегрелась. Этот веер почти не помогает. А, это бесполезно. Ты чересчур яркое солнышко. А, не стоило мне глядеть прямо на солнце. Эй, как ты? А, ладно, пей на здоровье. Вау, может, не так быстро? Оставь хоть немножко. Дай сюда, это меня точно охладит. Что может быть лучше мороженого в жаркий денек? Вау, ты тоже это видишь? Вот это да! Приветик! А? О, привет! А? Бррр. Нет, спасибо! Постойте, он уходит? Куда это он? Почему? О, нет! Мороженое растаяло прямо у меня в руке! А, не повезло! Ее липкие руки отпугнули парня! Хоть она и украла мое мороженое, надо ей помочь! Эта проблема решается быстро!
Берем пластиковую бутылку и наклоняем вот так. Пару пустяков, теперь мороженое не будет пачкаться. Держи, этот контейнер тебе поможет. О, мороженое, спасибо большое. О, тут парень возвращается. О, теперь она выглядит намного лучше. Божечки, он идет прямо сюда. Эй, как дела? Может, прогуляемся вместе? А, я такая хорошая подруга, у нее все будет супер. Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. Теперь тени для век. У-у-у, красота! Я тоже хочу поиграть. У Дженнифер всегда все самое лучшее. У-у-у, что это? Единороги! Остался последний штрих. А? Что ты делаешь? Дай сюда. Нет, это мое. А-ау. Мне пора. Маленькая негодница. Смотри, что она наделала. Не переживай, я все починю. Мне нужна палочка от мороженого. Возьмем палочки от мороженого и блестки. Высыпем блестки на тарелку. Используйте разные цвета. Теперь возьмем клей-карандаш. Пройдемся им по палочкам от мороженого. Затем прижмем их к блесткам. Надо все полностью покрыть. Теперь остальные палочки. Думаю, достаточно. Затем выложим их на лист пенобумаги. У меня есть еще. Вырежу из блестящего пенопласта два кружочка. Один край у обоих прямой. Нанесу немного клея на лист пенобумаги. Теперь надо приклеить к ней кружок. Для этого и нужен прямой срез. Оберну бумагу вокруг кружочка. Теперь можно прикрепить лист с палочками. Выглядит неплохо. Добавим помпон. И еще один, чтобы сделать замок. Что скажете? Вау, просто супер! Можешь хранить тут свою косметику. Ты лучше всех. Давай попробуем. Поверить не могу, что ты сама это сделала. Вся косметика отлично входит. Рада, что тебе нравится. Эй, что делаете? А это что? Не приближайся. Мам, Дженнифер злая. Придумала. У меня есть еще много палочек. О, как мило. Уверена, что ты не хочешь огурец. Я пытаюсь сделать идеальное селфи. О, так не пойдет. Минди, возьми. Конечно, погоди. После огурцов так пить хочется. Так, позируй. Так, нормально? Сама посмотри. Уверена, я выгляжу отлично. Что за... Мои волосы ужасные. А, возьми плойку вон там. Отличная идея. Я буду просто неотразима. Ага, конечно. Сейчас быстренько сделаю локоны. А? И вот так всегда. Что с ней не так? А-оу. Это нехороший звук. Мне пора. И чего она ожидала? Ну и ладно, локоны важнее. Ух, теперь мне лучше. Но запах... Надо поскорее отсюда выбираться. Эй, а это весело. Стоп, у меня есть идея. А, как же это бесит. У меня тоже будут кудряшки. Я не смогу запустить идеальное селфи. Сможешь, попробуй это. Это что, втулки? Фу. А что, если я использую деньги? Скручу банкноты. Плотненько. Затем оберну вокруг них волосы. Можно подумать, я бы стала использовать втулки. Эй, не спеши с критикой. И последнее. Теперь ждем. Что скажешь, Минди? Мы обе будем выглядеть потрясающе. Раз, два, три. Вау! Ого, сработало! Давай сделаем селфи. Отличная идея. О, очаровательно. Вау, сколько лайков. Мы популярны. Божечки, дай посмотреть. Ничего себе.
Привыкай. Ага, придумала. Привет, малыш. Отдашь мне велосипед? А я дам тебе шоколадку. Держи. Ну как, можно? Нет? А ты умеешь торговаться. А если новый телефон? Класс! Дай мне велик. Ладно, последнее предложение. Окей. Ого, что происходит? Я возьму. Отдайте тебе велосипед. Забирайте. Какая милая семья. Погнали. Покрасим велосипед баллончиком золотой. Чтобы он выглядел стильно. Прокрасим каждую деталь. И колеса тоже. Краска должна высохнуть. Сверху положим круглое стекло. Отличный столик. Думаю, я закажу лапшу. Эй, что это? Ого, мой собственный стол. С ума сойти. Постой. Нужны вкусняшки. У меня есть попкорн. И почему у меня раньше не было стола? Лапша из того кафе тебе понравится. Я даже не делаю ремонт сама. Это магия телевидения. Ты чувствуешь запах? Пахнет как будто носками, но это ковер. Я собиралась его попылесосить. С этим нужно что-то делать. Да, конечно. Подметем его для начала. Дождь из попкорна. Вот и очки нашлись. Я снова вижу. Сколько здесь мусора. Класс, теперь не нужно стирать. Эй, я вообще-то ем. А-а-а. Спасите. Ай, ну все, я съезжаю. Убирайся. Ну, наконец-то. Дай подумать. О, идея. С кем он разговаривает? Наклеим полоски скотча на ковер. Разделим его на части. Они могут быть любой формы. Скотч обозначит границы. А краска в баллончике добавит цвета. Все фрагменты могут быть разных цветов. Это прямо произведение искусства. Теперь снимем скотч. Что скажешь? Неужели это мой старый ковер? Потрясающе! Иди сюда. Совсем другой вид. А это точно моя комната? Добавим последние штрихи. А что в сундуке? Откроем. Я без понятия, что там внутри. Давай посмотрим. Это можно использовать. Теперь стало так уютно. Выглядит круто. Я и забыла про эти вещи. Думаю, это все. Здорово, да? Мы постарались на славу. Хотя... теперь мне эта комната не подходит. Не переживай. Я украшаю не только комнаты. Это нам не нужно. Ого! Спасибо! Потрясающе! Я рада, что ты довольна. Эй, а что с твоей комнатой? Похоже, это работа для меня. Мамочка, посмотри на мой рисунок. Нет, посмотри на мой. Вау, вы оба такие талантливые. У меня есть два замечательных художника. Браво, это шедевры. Дайте мне посмотреть на них. Спасибо, милый. Вау, вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное? Эти рисунки нужно повесить на стену. Я хочу смотреть на них каждый день. Давай сделаем маме сюрприз. Хорошая идея. Ей понравится. Это моя лучшая работа. Продолжай. Что дальше? Стол. Да, он скучный. Я вернулась. Что? Что случилось? Привет, мама. Мой прекрасный дом. Тут? Тут ужасный беспорядок. Что вы наделали? А-а-а!
О, что происходит? Это катастрофа. Поверить не могу. У меня есть идея. Да, я могу использовать пищевую пленку. Это решит все проблемы. Пора начинать. Я закрою все поверхности пленкой. Она будет действовать как защитный барьер. Я даже покрою ей стены. Теперь можно рисовать на стенах и столе. Это ловушка? Ладно, попробую. Мне нравится. Я называю это своим голубым периодом. Ю-ху! Не обращай внимания. А? Кто-то что-то сказал? Скорее всего, мне показалось. Это самый лучший день. Я не хочу, чтобы он заканчивался. Посмотри, мама. Ты молодец, зайчик. Фу, мне не нужно ничего переделывать. Эй, мы здесь что-то изменили? Мне нравится. Спасибо, мама. Пожалуйста, ребята. Ты самая лучшая мамочка. Где мои краски? Отличный удар, Сани. Помни, спешить не нужно. Вот так, попала! Ша-ла-ла-ла-ла. Вау, ну и публика. Время для соло. Зажигай. Эй, рыбка, рыбка. Подожди, у тебя клюет. Вытаскивай. Вау, она сопротивляется. Попался, теперь ты водишь. Ты не сможешь меня поймать. Я не в форме. Вернись! Мне нужно присесть. Я уже не так молод. О, но мне было весело. Но это не страшно. Надень это, папа. Оп, оп. Я буду просто наблюдать за тобой. О, ах, да брось. Не сиди просто так. Папа, сделай что-нибудь. Просто дай мне минутку, Сани. Но папа... Подождите, нужно как-то ее отвлечь. А, что это? О, выглядит интересно. Я поставлю это здесь и все подготовлю. Мне понадобятся все мои фломастеры. Можно рисовать, но мне нужна модель. О, это может подойти. Я положу диск сюда, затем буду вращать его, пока не найду нужное изображение. Нет, нет, нет. Это не подходит. Я попробую другой диск. Интересно, что тут изображено? Вау, посмотрите на это. Животные такие милые. А, это то, что мне нужно. Нужно выключить свет и просто обвести изображение. Это очень просто. Получится великолепно. Я оставлю место для пятен. Теперь можно их закрасить. Нужно просто не выходить за контуры. Затем я обведу рисунок. Это так мило. Вот, все готово. Это идеально. Папа, посмотри. О, папа, проснись. Ну ладно, ему нужно поспать. Я нарисую что-нибудь другое. Ах, слон, это может оказаться непросто. Хм, какая интересная книга. Эй, дорогая, мальчики играют. Ах, посмотри на них. Хотите поиграть в веселую игру? Она называется «Уборка». Думаю, вам понравится. А? Это не похоже на веселую игру. Опс, что-то упало. А, посмотрите на этот беспорядок. Я же просил тебя пользоваться тарелкой, папа. Я так никогда не закончу. Ненавижу это. Лучше бы я был у стоматолога. Мы уже закончили. Это никогда не закончится. Это точно. Меньше разговоров, больше дела. Ну как? Подождите секунду. Все так же грязно. Что вы делаете? Все пошло не по плану. Подождите, кажется, у меня есть план. Мне бы пригодился скотч. Да, это может сработать. О, мальчики, не двигайтесь. Нам очень жаль, мама. О, все в порядке. Вытяните руки вперед. Доверьтесь мне, я оберну скотчем ваши руки вот так. Что происходит? Она окончательно сошла с ума. Будет весело, обещаю. Ага. Теперь я оберну скотч вокруг вашего тела. Не двигайтесь, это не займет много времени. Нужно только убедиться, что липкая сторона скотча находится наверху. Я думаю, что все готово. И что теперь? Прижмите скотч к игрушкам.
понял, мама. Вот так. Эй, вы только посмотрите на это. Он их собирает. Ты гениальная мама. Это так здорово. Это технологии будущего. Вы молодцы. Йоу, у меня голова кружится. Смотрите, я все собрал. О, что это? Я богат. Мне начинает это нравиться. Нужно собрать их все. Посмотрите. Я хочу это повторить. Воу, как много всего. Смотри, есть. Вау, как здесь чисто. Я так горжусь вами, ребята. Вы так усердно поработали. Думаю, вы заслужили угощение. Ух ты, класс. Подождите, а где мои усы? Это ищешь? Эй, отдай! Ха-ха, тебе все равно нужно было побриться. Хорошо прячется. Может, в шкафу? Стой, не убегай! Попался! Обними-ка мамочку. Надо как-то прекратить эти побеги. И манеж нам в этом поможет. Давай проверим, сможешь ли ты сбежать теперь. И как я раньше не додумалась... А я могу спокойно почитать. Отлично получилось. Давай, милая, открывай. Нет, она невкусная. Но нужно же чистить зубки, дорогая. Ладно, смотри, какой милый единорог. Вау, мамочка, дай посмотреть. Погоди-ка, это же зубная щетка. Меня не проведешь. Так можно весь день просидеть. Точно, эти камушки могут пригодиться. Для этого лайфхака нам понадобятся декоративные камни и рисунок на картоне, вроде этого. Наносим клей на камушек и приклеиваем на рисунок. Продолжайте, пока не получится целая челюсть. Ручкой подкрасьте камушки. Кажется, будто они забыли про зубную нить. Милая, хочешь поиграть? Надо почистить пятна с зубов. Ого, какие они грязные! Смотри, мам, у меня получилось! Теперь чистенькие. Может, мне стоит и свои почистить, мам? Отличная идея, держи щетку. Я почти закончила рисунок. Фломастер не пишет. А если лизнуть? Все равно не пишет. Как это раздражает. Дурацкий фломастер. Как теперь дорисовать? Осторожнее, дорогая. Попробуем розовый. Тоже не пишет. О, он был совсем близко. Ну, хватит. Что случилось? Не могу дорисовать. Фломастеры не пишут. Да, это проблема. Как бы ее решить? Точно. Мамочка тебе поможет. Скорее. Возьмите влажную салфетку и сложите вот так. Затем перекладываем ее на скотч. Положите сверху ватную палочку. И заверните, только не очень плотно. Заворачивайте по скотчу, а потом обрежьте. Сверху на палочку капаем чернила. А влажная салфетка их впитает. Быстрый и простой фломастер готов. Держи, дорогая. Вау, можно дальше рисовать. Спасибо, мамочка. Как здорово. Нарисую солнышко. Очень красиво, милая. И так весело. Идти, дорогая. Мамочке надо поймать всех плохих парней. Убирай игрушки и надевай курточку. Спасибо, мамочка. Какая ты у меня большая. И тяжелая. Кто-то любит кушать. Какая веселая игра, мамочка. Ох, так можно и грыжу заработать. Так, давай надевай ботиночки. Шерил, вернись. Взгляните на нее, она такая милая. Может, наручники?
Нет, я же хорошая мама. Хотя... Расставь ноги. Я не виновен, я ничего не сделал. Да, конечно, я это 1000 раз слушала. Ты отправляешься в участок. У меня идея. Мне понадобятся эти ладошки. Вырезаем их вот так. И приклеиваем к стене. Эй, мамочка! Давай поиграем. Как думаешь, сможешь руки на стену положить? Окей. Это же легко. Смотри, вот. Что теперь, мамочка? Постой так, милая. У тебя отлично получается. Да, супер. Ты победила. Правда? Ура! Теперь можно выходить. Ла-ла-ла. Обожаю уборку. О, кто там? Вау, она такая добрая. Бабуля приедет. У нее для тебя подарок. Ну, разве не здорово? Ю-ху! А вот и я. Что это за гламурная бабуля? А? Привет, проходи. Вот мой прекрасный мальчик. Смотри, что тут у бабули. Ты вырос в такого крепыша. Как я рада тебя видеть. Ну что, откроем твой подарочек. Как тебе? О, нет, размер не тот. Мне так жаль, это ужасная ошибка. Все в порядке, мам, будут на вырост. Смотри, почти подошли. Они классные, видишь? Попробуй пройтись. Ладно, может, чуть-чуть великоваты. Мне нравится. Минуточку, я знаю, как все исправить. Встань на листок, дорогой, я обведу твою ножку. Вот так, молодец. Теперь вырезаем. Вот, мам, возьми это. И что мне с этим делать? О, понятно, мне нужны кроссовки такого размера для моего внука. Минуточку. Думаю, эти подойдут. Попробуем. Идеально. Я их беру. О, спасибо. Хорошего дня. Так, так, дорогой. Бабуля принесла другие башмачки. Померим? Сначала левую ножку, потом застегнем. Намного лучше. Я так счастлива. И откуда у нас столько пупитов? И остальные, кажется, это все. Упс, чуть не забыла. Тебя туда же. И немного прикроем. Кажется, все готово. Заходи. Вау, это еще что? Сколько пупитов? Возьми очки. Спасибо. Окей, теперь попробуй найти Simple Dimple. Давай. Как здорово! Время пошло. Скорее, давай. О, надо торопиться. Где же он? Давай, давай, давай. Не могу найти. Минуточку. Нашла, мам, получилось. Моя девочка. Молодец. Я тобой горжусь. А теперь давай веселиться. Ты лучше всех, мам. Что? Не может быть, это целый аквапарк. Хочешь залезть? Конечно, мам. Осторожно, брызги. Эй, я могу управлять водой. Сколько тут пузырьков. Это твой личный аквапарк Оливия. Так, надо войти в систему. Здравствуйте. Да, они у меня уже готовы. Да, конечно. Ку-у-у. Да, ага. О. Как дела, мам? Уходи. В общем... Она не хочет со мной играть. Привет, я люблю тебя, мамочка. Эй, подожди. Нечестно.
Ладно, так что да, вы правы. Угу. Ну, вообще-то... Ой, извиняюсь. Эй, мам! О, смотрите-ка. Какое мягкое. Щекотно, да, мам? Что оно там делает? Прекрати! Ну, в любом случае, на, держи. Ого, мамин телефон. Как я уже говорила. Какой крутой телефон. Ну вот. Мам, давай играть. О, да-да, я вас слушаю, секундочку. Мне срочно нужно что-то найти. Да. Ой, мои извинения. О, посмотрите на эту штуку. Если вы посмотрите на этот документ... Да, давай, ползи, ползи. А, да, хорошо, дайте мне секундочку. Да, иди туда. Фу. Мои извинения, команда. О, боже, как неловко. Удивительно, что все поместилось в один пакет. Пахнет свежестью. Все протекло. Что ж, бывает. Придется здесь убраться. О, получай. Привет, Шерил. Да, бей по-больному. Ух ты. Угу. Осторожно, как ты делаешь все одновременно? Вот бы она использовала свою многозадачность с пользой. Хотя лучше не стоит. Дайте подумать. Да, вот так. Кажется, у меня есть отличная идея. Пока она играет, я займусь делом. Мне понадобится стикер. Отлично подходит. Оставайся там, хорошо? Все еще играешь, Шерил? Ага. О! Эй, я... Спасибо. Ладно, возьму другой. Это было грубо. Ой, что там внизу? Думаете, туда можно налить воду? Есть только один способ узнать это. Эй, что происходит? О, какой милый котик! Обалдеть! Надо показать это папе. Пап, пап, смотри, кто у меня в стакане с водой. Вау, красотища! Ну, я не все продумал. Время для моего любимого блюда дня. Сегодня насыплю побольше. И еще вот эти... И что-нибудь соленое. Ну же. Жаль, у меня не три руки. Нет, мои хлопья. О, класс. Начнем сначала. Попробуем еще раз. Вот так. Может взять их вот так? Фу. Что ж, первый раунд закончен. Я же говорила, что вернусь за тобой. Ой, могу я наконец-то поесть? Что? Открывайся, ну же! Ну, открывайся! Надо лучше ухватиться. Сегодня просто не мой день. Эй! Подождите, это что? Стрелки? Крышка откручивается? Так, значит... Да, без комментариев. Хорошо, что меня никто не видел. Итак. Да вы, наверное, шутите. Глубокий вдох, мне просто нужна помощь. Где она? О! Здравствуйте. Деньги принесли? Мне это очень нужно. Хорошо, я вас поняла. Леденец? Ладно. Ну, выбирайте. Вау, тут столько всего. Но я знаю, что мне нужно. Вот оно. Окей,
Спасибо. А теперь за дело. В этом доме больше никто ничего не прольет. Зацените крышку. Да будет сок! Вот это другое дело. Наконец-то можно перекусить. Я думала, этот момент никогда не настанет. Этого стоило ожидать. А теперь сок. Кто бы мог подумать, что все так просто. Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. Эй, спорим, что я сделаю из них омлет? Та-да! О, а как насчет этого? Еще одно яйцо на подходе. О! У меня остался последний шанс. Милый, нет! Просто положи биту. Итак, видишь это яйцо? Скорлупа не должна быть в сковородке. Тут главная тренировка. Эти сладости слишком обычные. Бэ, скучно. Эй, а что у нас здесь? Мама его все время пополняет. Видишь? Этой штуки точно не было здесь утром. Сейчас приступим. Интересно, сколько кусочков получится. Осторожнее, ладно? Готовим ложки. Ха-ха! Это будет потрясающе. Такое приятное занятие. Постой, тут есть записка. Торт для мамы? Что мы наделали? Может, мы сможем сделать новый? Как думаешь, маршмеллоу подойдут? Да, если добавить шоколад. Разместим квадратные кусочки шоколада вот так. И добавим гигантские маршмеллоу. И самое главное, ставим все это ненадолго в духовку. До скорого! Когда блюдо начнет выглядеть так, его пора вынимать. Осторожнее, не обожгитесь. Только полюбуйтесь на это. Маме точно понравится. А, она пришла. Привет, дорогой. Вы не забыли про мой день рождения? Вот, возьми это. Ого, так креативно. Соус из растопленных маршмеллоу. Такой теплый и густой. Настоящий вкус лета. Просто чудо. Мне очень повезло, что у меня такой сынок. Люблю тебя. Да, мне не терпится попробовать эту штуку. Лимонад 5 центов. Сама выжимала для него сок. Подходите, покупайте. Приветик, тут на всех хватит. Вам реально хотелось пить, ребята? На здоровье! У меня так быстро все закончилось. Больше ни капельки не осталось. Что же мне теперь продавать? Что случилось? У меня закончился товар. О, какая досада! Что если использовать другой сок? Видишь этот арбуз? Втыкаем в него этот гаджет. И вынимаем. Видишь, получилось удобное отверстие. Теперь вставляем вот такой краник. Идеально подходит. Берем ножик и вырезаем квадратный кусок сверху. Вставляем этот мини-блендер, чтобы превратить мякоть в сок. Видишь, вот тут все видно. А теперь самое интересное. Один стакан арбузного сока. Вуаля! Свежее просто не бывает. А сейчас моя награда за усилия. Осталось только поменять табличку. Прекрасно. Ну все, можно начинать торговлю. Этот лимонад долго не кончится. Хорошо, что покрывало большое. Диван реально преобразился, видишь? Мило. Вау. Все отлично. Нужно только убавить свет. Объявляю вечер 3D-фильмов открытым. Здорово! Нет, не так. Теперь лучше. Похоже, у нее проблемы, а? Спасибо за попкорн, пап. А? Бен! Что с ним не так? Бетти, почему ты морщишься? Соленый? Ох уж твои капризы. Весь вечер испорчен.
Эй, Бетти, хочешь других сладостей? Нет. Ну ладно. Ей так трудно угодить. Думаю, можно сделать попкорн дома. Вместо микроволновки использую сковороду. Но это только первый этап. Раз ей хочется сладкого попкорна, добавим карамельки. Теперь включим плиту и подождем. Оу, что-то уже происходит. О, масло так сильно брыжется. Но это значит, что мы все делаем правильно. Прошло совсем немного, и наш попкорн готов. Не простой попкорн, а карамельный. Да чего же вкусно пахнет. Эй, Бетти. Что, она уснула? О, как жаль. Что ж, тогда мне больше достанется. Так круто. А, да как же тебя очистить? О, внутри совсем мягкий. Так противно. Словно кошку лижешь. Может, если просто срезать? Кажется, работает. Но я срезаю всю мякоть. Есть почти ничего не осталось. Это бесполезно. Я самый плохой повар на свете. Дорогой, что у тебя происходит? Почему ты плачешь? Киви меня не любит. О, что ж, сейчас все исправим. Дай мне подумать. Смотри. Берем нож и режем вот так. Теперь разрежем пополам эту половину и повторим все то же с этой долькой. Теперь прижмем ее к верхнему краю стакана, и кожица сама отделится от мякоти. Видишь, мякоть падает в стакан. Вот так, все готово. Мам, ты просто гений нарезки фруктов. Вау, эти штуки такие скользкие. Но ничего страшного, хотя, думаю, вилка не помешает. Держи. Оу, окей, спасибо. Чудесно. Ах ты, мое маленькое солнышко. Вот, кушай, Дэвид. Смотрится как порция грязи. Ну-ну, что ты? Это очень полезно, попробуй. Что-то совсем не хочется, мам. Гадость. Не хочу это есть. Просто слизь какая-то. А вон тот тортик смотрится неплохо. Я бы лучше его сейчас скушал. Столько глазури. Нет, даже не думай. О, есть идея. Тебе ведь нравятся апельсины? Это все равно хуже торта, мам. Нет, спасибо. Может быть, придумаем что-то еще? Богатый белком йогурт? Смотри, что у меня есть, Дэвид. А, ну не знаю. Не думаю, что мне понравится. Постой. У меня есть идея получше. Это требует небольшой подготовки. Очистим парочку апельсинов, насадим их на деревянный шампур. И поместим в высокий стакан. Теперь добавим вкусный йогурт. Он будет классно смотреться с фруктами. Можно добавлять разные йогурты по вкусу. Вот так, достаточно. Осталось поставить стакан в холодильник. Подождем полчаса, и лакомство готово. Кладем на доску и вынимаем шампур. Все должно держаться вместе. Нарежем десерт кусочками. Ах, да чего красиво внутри. Это прямо как вкусный торт, но намного полезнее. Вот это мой завтрак? Совсем другое дело. Пахнет классно. Думаю, я справлюсь за пару секунд. Ты был в магазине? Да, и купил то, что ты любишь. Ванильное мороженое. И это еще не все. Остальное меня не волнует. Разве оно должно быть таким жидким? О, нет. Это как суп из мороженого. О, прошу, не плачь. Сейчас я что-нибудь придумаю. Эй, ты не одолжишь мне свою игрушку?
Думаю, это сработает. Берем любимые орехи и вставляем вот так. Теперь заливаем растаявшее мороженое. Тут подойдет любой сорт. Главное, чтобы оно полностью покрыло орехи. Отлично! Берем и осторожно ставим в морозилку. Главное не разлить по дороге. Нужно подождать 10 минут. Можно вынимать. Кладем на тарелку вверх дном. Видишь? О, это замечательно, папочка! Ага! Постой! Чуть не забыл самое важное. Тебе ведь нравится шоколадный соус? Вот, идеально. Пап, ты супер. Похоже, орехов больше не осталось. Ну ладно, обойдусь без них. Настоящее блаженство. Рад, что тебе нравится. Сюда я поставлю домик. Теперь машинки. Привет, у тебя тут весело. Мама, хочешь поиграть? Хочу, я с тобой посижу. Мама, нет, мой домик. О-оу, нехороший был звук. Нет. Я не специально, но может смогу сделать еще лучше. О, 3D-ручка нам пригодится. Нужен срочный ремонт? Сейчас все сделаем. Вначале нарисуйте дом, затем закрасьте его 3D-ручкой. За линии не заступаем. Длинные штрихи 3D-ручкой по всей крыше. Раскрашиваем плотно, без просветов. После крыши рисуем дверь. В каждом доме должны быть окна. И не выходите за линии. Теперь пришел черед стен. Можно использовать другой цвет. Рисуйте вокруг дверей и окон. Снимите детальки с бумаги. Теперь пора строить домик. Нам понадобится клей. Возьмем 3D-ручку, чтобы скрепить детали. Должно быть 4 стены, чтобы дом не развалился. Ну а после стен переходим к крыше. Склеим части вместе и поместим на домик. Готово! Смотри, у меня кое-что есть. Новый домик? И даже с садом. Ого! Нужно посадить куклу. Она очень рада. Ей понравился твой домик. На ярмарке было весело. Хотя, кажется, меня вырвало на карусели. О, смотри, пчела. Уйди. Ненавижу пчел. Что? Да что я тебе сделала? Симпатичный леденец. Угости меня. Люблю сладкое. О нет, опять она. Эй, ты чего? Ну все, теперь это личное. Сама напросилась. Цель выбрана. Попала. Не зря тренировалась. Ай! Папа! Ты в порядке? Очень больно. О нет, милая, я должен что-то сделать. Не бойся, папа тебя вылечит. Я лишь... Что же делать? Нужна помощь, приятель. О, впечатляет. Нравится что-нибудь? Сколько здесь всего? Посмотрим. Это должно помочь. Спасибо. Не бойся, папа тебя спасет. Эта штука вытащит жало. Приложим ее к укусу. И потянем ручку. Она вытянет жало. Получилось. Ты мой герой. Это моя работа. Надо идти отсюда. Бежим! Да улепетывайте. Целый леденец для меня. Пиф-паф. О нет, динозавр. Рррр. Апши. Апши. О нет, я иду, сынок. Апши. Мой малыш, ты в порядке, милый? Что случилось? Я заболел. Давай тебя укутаем. Вот, это поможет. Тебе нужно принять лекарство. Тебе сразу станет лучше. Открой ротик. Нет, не хочу. Но ты должен.
Сделай что-нибудь. Есть идея. А хочешь конфетку вместо лекарства? Ха! Поверил. Вначале лекарство, потом леденец. Давай. Не выходит. Не хочу пить лекарство. Крепкий орешек. Постой, я придумал. Газировка. Ему нельзя газировку. Послушай, вырежьте окошко в пустой банке. Не порежьтесь, осторожно. Вот так достаточно. Отогните дверку, положите внутрь бутылочку с лекарством. Вставим трубочку в бутылку. И закроем дверку. Неплохо, да? Шш, это не газировка. Хитро. Эй, сынок, хочешь газировку? Да, хочу. Вкусно. Молодец. Скоро тебе станет лучше. Слышишь, сынок? Ого, хорошая газировка. Мне гораздо лучше. Какой хороший день. О, милый, у тебя талант. Спасибо, мам. Ой, не докрасил. Какой интересный вкус у желтого. Совсем чуть-чуть. Нет. Дай сюда. Ты злая. Успела. Поверить не могу, но хотел съесть краски. Есть идея. Возьмем форму для кексов. Выдавим взбитые сливки в формочки. И как я раньше не догадалась. Почти готово. Теперь добавим пищевые красители. Зальем их в сливки. Возьмите разные цвета. Это последний. И перемешаем палочкой. Нужно, чтобы краситель полностью растворился. Красивые цвета. Очень яркие. Похоже на краски. Сынок будет рад. Думаю, готово. Малыш, посмотри. Вот тебе кисточка. Спасибо, мама. Какой красивый цвет. Ты даже можешь его поесть. Правда? Попробуй. Вкусно. А какой вкус у оранжевого? Попробуй, тебе понравится. И правда вкусно. Я так и знала. Ты мой художник.